Весна – время начала полевых работ. Неделю назад аграрии Ульяновской области начали подкормку озимых культур. Для хорошего урожая и во избежание кислородного голодания почвы в качестве удобрения используют аммиачную селитру. Куст, где большие клещищи, мы обработали около 500 гектаров. Сейчас обрабатываем в село Елшанка, один агрегат работает. И один агрегат работает возле поселка Пригородного. Пока погодные условия для озимых культур складываются наилучшим образом. И несмотря на то, что в этом году весна немного запоздала, урожай планируют собрать хороший, около 50 центнеров с гектаром. Возврата морозов не было, они хорошо перезимовали. Сейчас мы подкормим, проведем все агротехнические мероприятия и будем надеяться, что на хороший урожай. Работать на сельскохозяйственных угодьях весной сможет далеко не каждый трактор и комбайн. На помощь аграриям приходят непривычные для глаза агрегаты – пневмоходы. Машины отличаются хорошей проходимостью и развивают скорость около 30 км в час. Таким образом, ни один, даже самый труднодоступный участок земли не останется без удобрения. В день такой агрегат может обработать несколько сотен гектаров земли. От погоды зависит. Если погода хорошая, 200-250 гектаров можно сделать. Это не напрягаясь, как бы. Ну, тяжеловато, но ничего, справляемся. Подкормку озимых культур начали уже в 10 районах области. По состоянию на 18 апреля минеральными удобрениями обработано более 17 гектаров. Это 6% от общей посевной площади. В этом году она составляет 1,5 миллиона гектаров. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.